Вчерашнее мероприятие детской школы искусств превратилось в удивительный мир творчества. В фойе были представлены работы воспитанников отделений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В зале царила атмосфера радости и волнения. Родители и близкие собрались поддержать своих детей, получивших первый диплом об окончании школы искусств. С приветственным словом к присутствующим в зале и выпускникам обратилась директор Центра народной культуры района Зара Коблева. Дорогие ученики, выпускники, уважаемые родители, преподаватели, я вас поздравляю с успешным окончанием учебного года, с наступлением долгожданных каникул выпускников, с приобретением первого, наверное, диплома в вашей жизни. И всех поздравляю с предстоящим сегодняшним прекрасным праздником. Сегодня для всех день особенный, волнительный. Выпускники получат свои дипломы. Ученики покажут все, чему они научились за этот учебный год. Мы с удовольствием будем на все это смотреть. Ну а я здесь по очень важной причине. Наш детский хореографический коллектив «СТУЧ» является, получается, нашим общим, то есть и Центра народной культуры, и детской музыкальной школы. Мы единая система, единая организация, всегда вместе, дружно работаем. А сегодня я хотела бы вручить благодарности нашим родителям, ведь их неоценимый вклад в наших детей, в наше творчество – очень важен. Благодарственные письма были вручены родителям солистов народного хореографического ансамбля и руководителю ансамбля «СТУЧ» за сохранение и развитие традиционной народной культуры. Затем со словами пожеланий к виновникам торжества обратилась директор детской школы искусств Нурет Зихохова. Дорогие выпускники, я поздравляю вас с окончанием нашей школы. Желаю мирного неба над головой, больше детских улыбок, счастья, здоровья. Я очень рада, что первый официальный документ вы получаете в нашей школе. Я хочу, чтобы вы никогда не забывали то умение, те навыки, которые вложили в вас наши преподаватели. Я желаю вам творческих побед, хорошей учебы и счастливого детства. Добрый день. Наступил момент вручения аттестатов 34 ребятам, завершившим обучение в различных отделениях. Родители и учителя выразили радость и поддержку, а выпускники благодарили за обучение и возможность продемонстрировать свои достижения. Большую роль в обучении детей играют самые близкие и родные, которые всегда были рядом и поддерживали нас на протяжении учебы. Это, конечно, наши родители. Я приглашаю на сцену Чембокову Этери Геннадьевну. Приветствую! Дорогие наши преподаватели, от имени родителей выпускников хочу адресовать вам слова благодарности за ваш педагогический талант, высокий профессионализм и преданность благородному делу. Вы открыли перед нашими детьми неповторимый мир искусства. Благодаря вашему труду многие ребята познали вкус победы, аплодисменты залов, стали обладателями наград различных конкурсов и фестивалей. Отдельные слова благодарности Ибрагиму Сабиевичу Одержанокову, который смог зажечь в моем ребенке этот огонек любознательности и интереса к игре на национальном инструменте. Возможно, не всем суждено стать великими артистами, но время, проведенное в музыкальной школе, уверенно, ребята пронесут через всю жизнь. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и вдохновения, чтобы еще много лет передавать свои знания и опыт ученикам. Спасибо! Ну что, дорогие выпускники, теперь слово предоставляется вам. От имени выпускников выступают Нагоева Самира и Ворокова Камила. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашей любимой преподавательнице. Валерия Курбиевна, спасибо вам большое за ваш труд, за ваше терпение, за то, что вы изо дня в день учили нас чему-то новому, а также искренне верили в нас, когда у нас что-то не получалось. Мы вас очень любим и навсегда останемся в ваших сердцах. Дорогие учителя, хочу сказать вам спасибо за ваш труд, за любовь к своей профессии, за доброту и понимание. Спасибо вам, что все наши года, которые мы учились, вы шли рядом с нами и помогали нам.
Слово предоставляется нашему молодому преподавателю Кучмезовой Зарине Шумаховне. Сначала я бы хотела поприветствовать всех преподавателей, которые пришли, всех родителей, которые пришли поддержать наших детей, выпускников. Сегодня я бы хотела пожелать нашим выпускникам светлые дороги в будущее, да? На самом деле, дорогие выпускники, сегодня это один этап вашей жизни, который немного прошел, но он останется в ваших сердцах, в ваших воспоминаниях, надеюсь, на долгие годы. Впереди у вас выпускной в школе, выпускной в университете, и я хочу, чтобы вы понимали, что есть еще такая школа, как жизнь, чьи экзамены будут намного сложнее, чем ОГЭ и ЕГЭ. Я хочу, чтобы вы всегда оставались такими светлыми, добрыми человечками, которые излучают только свет, только благо. Хочу, чтобы вы были одними из тех людей, которые поменяли наш мир к лучшему. Все, спасибо. Все собравшиеся смогли насладиться выступлением выпускников, которые показали свою коллективную работу. Thank you.
Абидова Марина. Thank you.
Аплодисменты очаровательным девочкам группы «Талисман».